Лагерь дневного пребывания начал свою работу при Ивановском автотранспортном колледже. Смену так и организуют ежегодно. 25 юношей и девушек будут обучены вождению. Лагерь очень востребован. Количество заявок намного больше, чем мест. В первую очередь предпочтение отдается детям из малообеспеченных семей и лидерам молодежных общественных объединений. Продолжительность смены – 44 дня. Очень хочется права, очень хочется уже научиться водить машину. Потому что уже неоднократно был контакт с машиной, и уже есть машина. Но, собственно, не моя, но страховку можно написать, это не проблема. Вот. И водить машину, по-моему, это сейчас очень актуально.